Хорошо, дети, это приятно. Давайте мы вот все-таки, я пытаюсь понять, вот три ребенка от трех разных мужей, они как-то общаются или нет? Между конечно, собой? Они безумно любят друг друга. Ну, опять слово «конечно», почему же разные могут быть? Я же не знаю, где они территориально находятся. Может быть, кто-то учится далеко, за рубежом. Нет, они все вместе где-то живут географически. Средний сын мой учится в Лондоне уже четвертый год. Значит, вряд ли он общается с другими. Почему? Мы же проводим вместе все каникулы, и, естественно, отдых и так далее. И мои дети очень любят друг друга и дружны. Хорошо. А тогда с кем вы обсуждаете свои творческие планы из детей? Со всеми детьми, потому что у меня все дети творческие. Дочь у меня прекрасно поет, у нее очень хороший музыкальный вкус, и я с удовольствием делюсь с ней своими планами и с удовольствием слушаю ее советы. Но... Она видела ваш последний клип? Видела. Что сказала? Ну ничего, ничего. Она очень, она немножко другой культуры девочка. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».